под бушпритом, там будет девушка. Девушка с огнем будет нести факел. То, что в деревне посреди тайги нет моря, Юрия Куркина не смущает. Он уверен, его корабль ждет большое, пусть и сухопутное плавание. Построить дом-парусник решил неспроста. Юрий в прошлом флотский. Закончил мореходное училище. Большую часть жизни бороздил водные просторы. Прошел 13 морей и 2 океана. Проект дома искали где-то год с женой. Потом друзья подарили открытки с кораблями, парусниками. И как-то вот он внутри родилась идея такая. Жене показала, она одобрила. Начали уже проектировать. Изначально он должен был быть где-то на 3 метра выше крыши. Вот. Но потом решили поставить штормовые паруса в связи с ветрами. Необычный дом моряк возводил из арболита, снаружи обшил кедровой вагонкой. Сейчас почти все готово. Еще предстоит доделать окна. На судне их будет более 40. Также планируют установить на корме фонари, как на старых парусниках, и добавить для красоты деревянную резьбу. Но вот эта часть у нас будет, да, оттенена. Вот здесь будет у нас еще 5 сантиметров нашито пенополистирол, утеплим фундамент. Что будет снаружи, я окончательно не решил. Либо камень такого синеватого цвета, ну, либо что-то придумаем так под воду, чтобы как-то оно вот было в теме. До внутренней отделки руки пока не дошли. На первом этаже планируют обустроить 2 комнаты. В носовой части корабля будет кухня. На втором этаже 3 каюты для дочерей. Ребятишки просят маленькое самое, да, просят в маленькое сделать. Вот самой крыши передней, ну и средней и старшей, вот 2 другие остаются. Во всех начинаниях мастеру помогает супруга, поддерживает во всем. Признается, никогда не думала, что жить придется на корабле. Ну, конечно, шум моря мы не слышим по ночам, но необычно жить в корабле, конечно. Вот. Мечтаю вдоль корабля посадить голубые цветы, насыпать песок, чтобы ощущение было, что как море вокруг дома. Для жителей деревни дом-парусник теперь местная достопримечательность. Соседи говорят, побольше бы таких необычных строений, ведь они вдохновляют. По утрам чай пить, смотреть на такой прекрасный корабль вдохновляет. Прямо алые паруса под нашими окнами. Я, можно сказать так, нахожусь в тени его славы. Почему? Объясню. Потому что часто кому-то объясняешь, да, ну вот где ты живешь? Ну вот дом-корабль, знаешь, это уже как ориентир. И уже все знают, все понятно, в каком районе. Так что, как бы, кусочек его славы мне достался. Отделку и интерьер дома супруги планируют сделать в морском стиле. Будут использованы оттенки белого, синего и серого, которые напомнят морскую пену, глубины океана и грозовое небо над водой. А на втором этаже в каждой каюте задумали обустроить уголки для мечтаний, где каждой ночью можно будет наблюдать за звездным небом прямо с парусника. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости.